Всем привет, с вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 26 апреля, вот пошла в теплицу проверить, как там чувствуют высаженные вчера томаты. И проходя мимо вот этих моих грядок-переносок, не могла не остановиться и не сказать о них два слова. Я вам показывала, когда я вот садила лук, высаживала, и когда сеяла, но потом мне показывала, было некогда, то у нас морозы были, то холод. И сейчас хочу рассказать про универсальность вот этих грядок-переносок. Смотрите, вчера вынесли их, попросила сына, чтобы он мне вытащил, потому что дождливая погода, думаю, пусть хоть под натуральным дождем помочатся, как польются. Вот в грядке переноски первый год по совету зрителей посадила редиску. Редиска выросла очень хорошая, и сейчас ее можно, вот такую температуру она уже выдерживает, вот у нас 6-7 градусов, ночью 3, оставляю ее прямо на улице. Такую грядку-переноску можно сейчас и прикопать в грядку, можно держать такую грядку-переноску на балконе, можно держать просто где-то в теплице. Вот это лук, который я, кто смотрел, высаживала из маленьких-маленьких-маленьких сивков с прошлого года, который купила. Наросла такая зелень, зеленая масса. Я вот до сегодняшнего дня все покупала зеленый лук в магазине, теперь буду уже пользоваться своим урожаем. Вот это в грядках-переносках урожай нарос. Хочу еще сказать про универсальность вот этих грядок-переносок. Вот у меня смесь салата ирландского. Вот сейчас, когда они у меня на переносках взошли и вышли, выросли вот такие. Вот этот салат можно использовать в качестве рассады и уже в открытый грунт рассадить там вдоль грядочек, где-то вдоль теплиц. Смотрите в грядках-переносках, какой укроп вырос. Но единственное, что есть разница, вот эту половину у меня были свои семена укропа, а вот здесь, где редко, это магазинные. Почему-то магазинные ничего не входит, даже укроп. И еще универсальность грядок. Вот я там вырастила петрушку. Видите, молодая петрушка вылазит. Теперь, когда уже на улице нет снега, нет метели, я могу эту петрушку просто высадить на постоянное место. Естественно, она будет уже пораньше, чем я сейчас в открытом грунте высевала бы семена. Вот такие у меня красивые, аппетитные грядки-переноски. Пока был холод, пока были у нас бураны, метели, снегопады, они у меня стояли в придомовой теплице. А теперь вот сейчас, когда наступила температура приемлемая вот для роста этой зелени, их можно уже держать на улице. Но если будет минус, то, конечно, укроп придется затащить назад. А лук и салат можно оставить. Вот первый урожай. Это грядки-переноски, универсалки мои.